Всем салют! Сегодняшнее видео будет посвящено последнему обновлению. Оно было не такое объемное. Всего несколько таких изменений. Ну, в первую очередь у нас изменилось меню здесь, да, в наградах. Награды эти сами не поменялись. Зато здесь добавилась возможность купить пакет для прокачки реликвий с молитвами. И, соответственно, 2000 золота, да, получить. И 30 молитв. И этот пакет идентичен тому пакету, который вы берете по подписке в молитвах, да, только там вы ждете месяц по одной молитве в день, здесь вы получаете их сразу. За то, что вы получите сразу, да, у вас есть возможность как бы там или получить больше очков, да, 6000 в саму шкалу, если вы хотите побыстрее прокачаться, или же есть шанс все-таки побыстрее может выпасть вам реликвия. Но опять же, в подписке вы получаете какой-то бонус, да, от самой подписки, там, или камни призыва, или тонус, золото, да, соответственно, там более выгодно. Также здесь нас кидает пакеты сценария, да, то есть пакеты, которые довольно-таки выгодны, да, на данный момент есть у вас, которые продаются скидкой, да, а наиболее выгодные пакеты тоже, в принципе, довольно-таки удобно. Проходим, смотрим. Один из вариантов, ну, из обновлений, да, то, что новое появилось, и такое довольно-таки приятное. У нас в подземелье тоже теперь появились задания недельные, да, то есть нужно собрать кристаллы, потратить кристаллы и совершить попытки, ну, атаки совершить в подземелье, да, за это нам дают награды, тоже святые молитвы, камни святых молитв можно получить, то есть как бы мелочь, а приятно, ну, то есть ничего трудного не нужно сделать, да, то, что вы делаете каждый день, все задания выполняете, до этого все делали, да, собирали, сбивали, тратили. За это теперь еще получаете бонусы. Мелочь, а приятно. Да, такое вот новшество. Еще у нас было новшество. Мобилизации включили в пятницу на минуту. Да, то есть могли попробовать оценить. Лично мне не очень понравилось. Да, то есть, потому что это актуально. Да, если вы там ходите на дома, конкретно там собраны какое-то количество людей, заряжены походить на дома. Да, это удобно. Да, заводит, один заводит, два к нему прибегает стабильно, да, остальные там по возможности, тогда вы ходите быстро. Если же вы просто заводите, у вас нет, ну, каких-то двух компаньонов, да, которые будут вас обеспечивать героями, очень часто мобилизация не выполнена, потому что очень быстро, кто-то в союзе не успел среагировать, кто-то там дальше находится, не успел добежать, и много мобилизации было не выполнено. Но опять же, это очень быстро отменили, плюс они опять же не добавили минутную мобилизацию, а именно заменили на 5-минутную. Что тоже не сильно правильно. Но опять же, это быстро убрали. Ну, вот. Такой момент. Еще в сундуках у нас теперь вот сундуки, да, то есть если мы выбираем, да, вот нам начали писать, какие у нас есть в наличии, да, то есть что тоже очень удобно. Не нужно запоминать, не нужно там искать. То есть мы смотрим, если в наличии есть, можно, если вам нужны кристаллы дракона, да, выбирайте тоже любой, который у вас в наличии, и потом меняйте его на кристаллы. Если же вы собираете какие-то конкретные, да, смотрите, какой вы хотите, и у вас нет наличия, да, вот, к примеру, вот этот замок, да, можно добавить сюда и, соответственно, потихоньку собирать. Довольно-таки удобно, да, точно такие же изменения и в зверях появилось, да, то есть там, где вы обмениваем, можно поменять в магазине, да, тоже показывают, если прокачанный зверь или не прокачанный. Вот здесь. Вот. Ну, в принципе, показано, что все со звездами, да, полностью звезды, да, и вы, соответственно, меняете. И по ошибке там дополнительная возможность, да, чтобы избежать ошибки и поменять ненужные, ну, потратить ненужные, именно нужные вам фрагменты, да, то есть такие вот, вот удобства. В принципе, мелочи, да, такие, но приятные. Ну, пока на этом все. Всем спасибо.